Вот сейчас интересный актуальный вопрос. Американцы нашли у себя в пустыне какой-то железный столб непонятного происхождения. Ми... Ничего ты по этому поводу никто не знает? Дело в том, что сейчас они мне сейчас сказали, нужно фото, но я МИДу-то уже показывала. Уже мне показывали это фото. МИД, пожалуйста, передай образ. Да, сейчас я тоже передам. Хорошо. Да, по энергии. Ну, по энергетике, значит, так, это не инопланетное сооружение. По предположению, вот, например, Лишиони и Рамтиана, да, во-первых, вот сейчас Лишиони говорится, сообщения Шимора были о том, что с орбиты Земли этот предмет был, ну, очень давно виден. То есть практически с, там, 70-х годов, можно так сказать. С конца там 70-х, там шиморские исследователи, которые там пролетали на одну из баз, вот, которая несколько южнее расположена в то время была, шиморская база, они уже видели этот предмет, ну, как бы сверху фиксировали. Но он не обнаружен так долго из-за того, что там такое место, ну, как бы мало посещаемое. Там трудно такое доступное место. Чье это произведение, Но на это разум? произведение землян, то есть это какой-то земной... Ну, вот кто ваш из металла делает различные вещи? У вас мо... То есть это материал моего... Вот сейчас вот Лишиони говорит, что у нас на Шиморе было сообщение уже очень давно, что они сканирующим лучом как бы проверили, из чего он состоит. И это был ваш обычный металл, из которого вы делаете там железо с некоторыми примесями других, ну, как сплав. Это был Понятно. ваш металл. Некоторые, Понятно, я не, понятно. он говорит, я не помню его название.